оригинальная хореографическая композиция, домашняя заготовка. Одна сторона медалей, которые уже ожидают своих обладательниц. Другая – упражнения из комплекса ГТО, отжимания, пресс, а также гибкость. Команда из Гулькевичского района. Среди участниц есть те, кто занимается легкой атлетикой и даже гиревым спортом. В фестивале участвуют постоянно. В этом году впервые с ними хореограф Лариса Морозова. Прекрасно, очень хорошо, тепло встретили нас и хорошие организационные моменты. Мы думаем, что начало было положено замечательно. Как хореографу мне интересно посмотреть, чем живут другие районы. Ну и показать свои, конечно, действия в ГТО. Всего в город-курорт приехали около 100 представительниц прекрасной половины Кубани. Фестивалю уже более 15 лет. Последние годы организаторы проводят его в Анапе. Здесь очень хорошая база. Мы проводили на Мелькова 30 в спортивном комплексе. Теперь школа Виктория мы уже второй раз проводим здесь. И в принципе это устраивает и участниц, потому что город все-таки организован и для досуга. И после соревнований девушки могут пройти и к морю, и подышать, и потом вернуться к себе в станицу. У анапчанок, как рассказала Елена Кузнецова, маленький дружный коллектив, с которым они ездят на самые разные соревнования. Мы готовы, у нас очень дружная компания. Мы достаточно часто ездим на всевозможные соревнования в разные города, и Краснодарский край, и за пределы. И мы дружно выступаем и готовы сегодня показать, на что мы способны. Мы все мамы, у нас у всех есть дети, но мы находим время на занятия физкультурой. В этот раз анапчанки заняли 8-е место, 3-е у спортсменок из Краснодара, 2-е у Туапсинского района. На вершине пьедестала почета команда Успенского района.